Вы смотрите телевизионный проект «Большие города». Наша команда колесит по городам и весям Казахстана с одной целью – показать вам нашу удивительную страну во всем ее многообразии. Тысячи дорог ведут в разные населенные пункты, богатые историей, наследием, культурой, промышленным потенциалом, а главное – людьми, которые каждый день вносят свой вклад в развитие нашей Родины. Приглашаем и вас в увлекательное путешествие по городам, которые вне зависимости от размерного признака большие. Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Поется в песне из кинофильма «Следствие», ведут знатоки. И знаете, таких неизвестных героев в нашей стране множество, которые тоже каждый день несут службу, которую не видно обычному человеку. И сегодня мы познакомимся со следователем по особо важным делам и узнаем немного больше о нем, о его работе, о семье, о страхах и даже мечтах. Большие города в поисках 100 новых лиц Казахстана. Наш сегодняшний герой – Сматов Даниар Куаджанович, майор полиции, старший следователь Следственного департамента по особо важным делам. Его день начинается в 7 часов утра. Быстро собравшись, он идет завтракать. В это летнее утро кухня залита солнечными лучами, где супруга Даниара уже накрыла стол. Совместные завтраки в этой семье очень ценятся, потому что неизвестно, когда старший следователь по особо важным делам вернется с работы. Его провожает вся семья. Даже сынишка жертвует своим сном, чтобы проводить отца на службу. Сегодня он работает в здании Министерства внутренних дел, куда перевелся в 2013 году. Сматов Даниар Куаджанович родился в 1985 году в Камыстинском районе Костанайской области. Окончил гимназию номер 92 в Караганде. В 2003 году поступил в Карагандинскую академию Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Баримбека Бейсенова. Ранее она называлась Карагандинская высшая школа МВД СССР. По окончании вуза с 2007 года по 2013 наш герой успел поработать в 4 разных госучреждениях внутренних дел Караганды, после чего был переведен на должность старшего следователя в Следственный комитет Министерства внутренних дел Республики Казахстан в Астану. В Следственном комитете работал в управлении по расследованию преступлений, связанных с экстремизмом и терроризмом, а также борьбе с наркотическими средствами. В 2015 году стал старшим следователем по особо важным делам Управления расследования особо опасных преступлений против личности Следственного департамента Министерства внутренних дел Республики Казахстан, где и работает по сей день. Сюда мы и пришли, чтобы познакомиться с нашим героем и узнать немного больше о нем и о его службе. Жизнь любого человека начинается с выбора, который он когда-то совершил, поступив в вуз, выбрав профессию, начав свою трудовую деятельность в той или иной организации. Мне всегда было интересно, чем же руководствуются наши герои при главном выборе жизни. Как оказалось, Даниар Сматов пошел по стопам своего отца, который тоже всю свою жизнь прослужил в правоохранительных органах. Я, в свою очередь, наблюдая за его деятельностью, всегда хотел быть похож с детства на него, на своего папу. Всегда он приходил в форме, форма висела дома, и мне всегда было интересно померить эту форму, одеть эту фуражку и так далее. Наверное, скорее всего, и это что-то, вот эти его поступки, имеется в виду, то, что его вот эта форма, вот его деятельность в органах внутренних дел, в правоохранительной системе, как-то стимулировала меня, наверное, изнутри, как бы сделала стержень того, чтобы в дальнейшем я мог служить правоохранительной системе. Вот, отдаться как бы обществу, отдаться, можно сказать, государству, служить на благо государства. Отец Даниара, Сматов Куаджан Тасбулатович, служивший в военно-морском флоте во Владивостоке, после армии связал свою жизнь с правоохранительными органами. Был следователем. Вначале в прокуратуре при СССР, потом в Государственном следственном комитете. А при расформировании ГСК Куаджан Тасбулатович перевелся в КМБ. Казалось бы, жизнь Даниара была предопределена, но мама Даниара мечтала, чтобы ее сын стал хирургом. Я когда выходила замуж, конечно, я не думала, что у меня сын тоже пойдет в органы. Я очень переживала, потому что
Работа очень опасная, я видела по мужу. И за сына, естественно, я очень переживала. Начинала он со следователя. Это тоже работа тяжелая, опасная. Я всегда его ждала, бегала из окна к окну, пока он подъедет. Единственная сестра Данияра тоже пошла по стопам отца и сегодня работает в Министерстве обороны Республики Казахстан. И в отличие от мамы, не была удивлена выбору младшего брата. В принципе, с моей стороны это не было такого прям удивления какого-то. Я, наоборот, всегда была за. Почему бы нет? Папа у нас всю жизнь в погонах был. То есть как бы я сама по этим же стопам пошла. И в принципе считаю, что для мальчика это армия, погоны – это важно, это нужно для жизни. Волею судеб у супруги нашего героя папа тоже работал в полиции всю свою жизнь. На пенсию ушел в звании майора. Поэтому работа Данияра была знакома ей с самого детства. И, возможно, как и многие девочки, она выбрала мужа, похожего на своего отца. Мы гордимся им, потому что все его руководство, он получает грамоты на каждых праздниках. Вот недавно отмечали 25-летие казахстанской полиции. Он также получил медали, вручали ему официально. Мы были горды. Ему, я, как бы, можно сказать, счастливая жена полицейского, потому что он приносит какой-то вклад в наше государство, охраняет нашу тишину, покой наш. Но параллельно, больше даже можно сказать, бывают и переживания во время его отсутствия, потому что работа все-таки не из легких. Сама у супруги Данияра бывает нелегко, ведь работа следователя по особо важным делам – это далеко не романтика, которую показывают в детективах. И несмотря на то, что главное оружие следователя – это ручка, все же бывают выездные операции, которые неизвестно чем могут закончиться. Переживания в каком плане? В первую очередь за жизнь, потому что они отвечают очень, как сказать, дорого за наше спокойствие, своей жизни отвечают. Ну, как сказать, мы его провожаем здоровым и хочется встречаться также. И, соответственно, переживания в таком плане, в первую очередь. Хочется, чтобы он был всегда с нами рядом, такой же, потому что у нас как бы растет сын, он опора для нашего сына, как бы сказать, идеал. Работа следователя – это прежде всего работа с людьми. Установить психологический контакт, настроить человека на откровенный разговор, чтобы узнать правду. Данияр тщательно готовится к каждому допросу, старается узнать больше о подозреваемом, его окружении и семье. Ведь мало узнать, кто совершил преступление. Нужно доказать вину человека, документально оформить все касающиеся дела, факты. Все это помогает в расследовании преступлений. Здесь нужно быть психологом в первую очередь. Но не всегда это работа в кабинете с бумагами, особенно если это касается уголовных дел против личности. Как же самому психологически преодолеть самые сложные дела? Это просто как бы надо думать так, что это твоя работа, и ты должен ее сделать, ты должен выяснить правду в этой ситуации, ты должен рассмотреть объективно, всесторонне эту ситуацию и найти виновного лица, непосредственно наказать. Данияр, с большой буквы товарищ. С ним можно вместе работать, удобно работается с ним. Вообще в жизни хороший друг, хороший семьянин. Добрый, честный, спокойный, уравновешенный. Оказывает помощь своим коллегам. Вот с территории у нас многие ребята приходят. Создаются группы по расследованию, всем помогает и в правовом плане, и в личностном. Одним словом, хороший друг, хороший сотрудник. Вот так отзываются о Данияре его коллеги, которые смело заявили о том, что с Данияром готовы пойти даже в разведку. А он скромно говорит о том, что это его долг – служить Отечеству и людям, ради которых он, скорее всего, и пошел в правоохранительные органы. А впереди нас ждут новые герои, интересные. В рамках программы «100 новых лиц Казахстана», о которых мы вам поспешим рассказать. Это была программа «Большие города». Увидимся с вами через неделю.